Балам, мой отец хотел, чтобы я достойно прожил жизнь и был честным человеком. Он часто говорил об этом, и я часто вспоминаю его слова. Думаю, а смог ли я в полной мере оправдать его ожидания? Достаточно ли я сделал для того, чтобы быть достойным его памяти? Я очень ждал момента, когда ты появишься на свет, а когда это случилось, я понял, что хочу передать тебе все лучшее, что у меня есть. Я хочу гордиться тобой, сын. Хочу, чтобы ты как можно раньше понял, что такое честь, справедливость, уважение к старшим, достоинство, сила духа. Чтобы ты оценил эти качества, развил в себе и научился применять в жизни. Я готов помочь тебе в любой ситуации, помочь делом или советом. Я уверен, что любые проблемы можно решить путем искреннего разговора, доверия. Я всегда готов поговорить с тобой. Я благодарен тебе за то, что своим появлением на свет ты доказал силу нашего рода. И я хочу, чтобы ты продолжил и укрепил эту силу. Чтобы ты стал надежной опорой нам с мамой, своим сестрам и достойным главой своей будущей. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.